И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну что ж, пошли вот здесь, вот что-то еще есть. Я там еще освободил этих всех рабов, которые были внутри. На видео это не попало, я потом... Твой род, нужно даже их выпустить. Пошел, выпустил. Можно треснуть по радио, чтобы он ты не бубнел, во. Ну вот, неплохо. Так, что за кнопочка? Пока не нажмешь, не узнаешь. И не знаю, что я сделал. Что-то отключил. Или включил. Может, и ворота открывались, не? Не похоже, это сильно далеко. Блин. Ну, было включено, да? Или выключено. В общем, ладно, если что, вернемся. Пока непонятно, что там включал, что выключал. Ух ты, шпищишь. Ага. Одна пулька. А тут тоже одна пулька. Ой, я застрял. Ага, пилились. Отлично. Так, вот там не все зовут, наверное, прям. Во всей своей красе. Как наверх подняться? А, вот лестница прошел. Коптить там вовсю. Иди сюда. Ну вот. И еще коробочка. Еще пулька. Не-не-не, я туда никуда ехать не буду. Мне туда пока не надо. Ну, если я уже там был, зачем мне туда возвращаться? Я вроде взял все, что хотел. Я думаю, вовнутрь можно зайти. Это просто какие-то... Не... А, это контейнер. Понятно. Так, автобус там виден. Вижу лут. Ну, обойдем здесь еще, посмотрим. Может, еще пропустил. О, тут прямо на улицу можно войти было. Ну, ладно. Здесь ничего нет. Так, а у тебя что-то есть? Вот. Тебя кирпичом прибили. Но не я. Гитара. Так, заходим в автобус. Забираем все, что есть. Ну, если это, конечно, не густо, но сколько есть. Все. Успокоился, пищать. Вот и замечательно. Опа, вертушка. Была когда за. Да, это большой завод. Причем серьезный. Ну-ка посмотрим. Ты так просто не подойдешь. Да мне, наверное, скорее всего, туда и не надо. Пока что. Это ж по сюжетке. Да уберите их бинокль этот. Ой. Не надо мне по НВ. От него, по-моему, толку меньше, чем без него. Он намного ярче. В смысле, не так глаза выедает. Где-то кто-то повылазили, но это не страшно. Можем всегда пробежать. От них убежать. О, вот сюда бы мне зайти бы не мешало бы. Ух, там их много. Интересно, в трубу я смогу залезть? Змея?
Нет, в трубу нельзя. И даже тут не перелезешь. О, тогда лучше так обойдем. Что там за крики такие? Чего там творите? Ой-ой-ой. Просто беги. Так, вылезть некуда. Блин. Пошли на огонек. Ой, тут еще на огонек тоже он ходит. Ой, а вас тут много всех, я смотрю. Я сейчас бежать перестану. Давай, дробовик. Ай. Мелкие заразы. Днем надо было не идти сюда, в смысле ночью, а днем. Да? Да я же нажал, блядь, на выстрел до того, как появилась буква У. Где? Бежал, что ли? Ой, ешь твою меч. Одни тюлени ушли, другие прибежали. Все, они меня потеряют. Сейчас, по идее, пошли к костру. Так, надо бы немножко, наверное, делать этих вот аптечек, потому что прям я уже их много потратил. Они не так много. Еще птички эти летают. Змеи. Всякая нечисть. А чё корешу свою не поджигаешь? Оу, а у меня уже нет. Ох, тут движняк, блин. Такое ощущение, вот этот вот след, как будто бы самолет летел, но разве тут есть в игре самолет? Нет, конечно. Жареный. Да идите вы в баню, блин. Я еще не подлутался. Вот этот ради этого я пришел? А вот. Побежали. А что за туннель? Пошли посмотрим. Ага, встали немножко. Ищите меня, ищите. Ну вот, так неинтересно. Закрыто. Казалось, что ли, что там пустота была? Нет. Пустоты нет. Так, ладно, давай с этой стороны зайдем на заводик. Раз такое дело. Кого надо найдем, кому надо по морде дадим. Кого спасем. Так, мы внутри. Есть что вкусного? По-моему, хоть только эти. А, это последний был, да? О, прилетел этот. Тихо, только не стреляй. Зря я, наверное, в него стрельну. Ёлки-палки. Да иди твой налево. Давай, шевелись. Ничего не знаю. Я в домике. Так, что там у нас? Какая-то фигня есть. Снимаем.
Да. Патрончики. Ты же ходить не умеешь, в смысле, заходить в дом, так что можешь там горчать, сколько тебе влезет. Правда, я выйти не смог, но это же другое дело. Так, что тут есть? А это что? Что написано-то? Дебил, не трогай моё. Так у тебя и нет ничего. О! Спасибо. Все закрыто? Все тут. Где он там? Ага. Так, тихо. Лежит он, вижу, один. Ну, он тут явно не один, так что смотрим. Блин, опять кончились патроны. Надо новые делать. Так, вижу, он что-то есть. Паучки. О, светать никак начинает. Так, вроде никого. О, я все потратил вообще в ноль. Да я ж тебе, блядь, в голову сколько раз стрелял уже, да охренел или что? Так, делаем шарики. Это не дело. Шо, говоришь, тут новенькое есть? На дробовик, что? Это что? Не надо мне такое. То же самое, да? Понятно. Так, тут ничего в шкафу нет. Тут уже давным-давно все высохло. О, спасибо. Спит, что ли? Да не похоже. Уже нет. Он же выспался. Ну-то там, да. Здесь уже ничего нету. Здесь лут весь кончился. Так, дверь, естественно, не откроется. Идите, козлы. О! 15 патронов, лишь 16. Неплохо. Да я заметил тебя, но уже поздно. Зато он меня не особо заметил, это хорошо. Еще кто-то шастает. Все-таки стелс, ага, работает. Прям нормально. Да ты посмотри. Работает, но не всегда. Уж очень дерганые они. Так, наверное, все, да? Не, все еще темно, так что пока фонариком попользуемся. Блин, можно было... Ну нет, не можно было, они там стояли. Ты пройдешь или нет? Ничего. Поднимаемся. А здесь это еще могут быть, кстати говоря.
это довольно-таки много места, где эти тюлени могут прятаться. О, Лукецкий. А как туда? Ну туда. Еще по кругу обходить надо, пошли. Что это? Умывальник разбитый. Блин. Удобно. Кто там кряхтит, а? Так, ладно, забираем, что забирается. Кто-то там внизу кряхтит. Вижу, вижу, вижу. О, тут лут есть. Веревки, всякая ерунда. Тут больше ничего. Похоже на то. Бляха. Нормально, да? Он поднялся раз, поднялся два, поднялся три. И очутился на крыше. Замечательно. А, вертушка сюда упала. Где он? Он сюда дорогу не может найти. Так, тут комнатка какая. Все завалено. Туда не пролезешь. Что это было? О! Лежит и шлангом прикидывается. Я-то здесь никак не вылезу. Это ты можешь только бот вылезти, блин. Да где вы там? А, привет. Слышь, копченый, иди сюда. Или подкопченный. Ножка мелькнула. Да сколько вас тут етижи, пассатижи? Под лестницей ничего? Под лестницей ничего. О! Неплохо. Кстати. Выглядит. Мне нравится, забираю. Так, свет можно уже и выключить. Нет, блин, все равно довольно-таки темно. Может, подзарядишь лампочку? Ага, спасибо. Да, а я думал, там больше будет. Там всего лишь один патрончик, это какая-то ерунда. Так, тихо. Воздушку. Она заряжена, хорошо. Не видно никого.
Блин, муха. Лазишь тут. Так. Меньше пищать будет. Странно, никого нет прям. Неужели кончились? Зажигалка. А, паутина. Паутина. Так, ну по диванчику, допустим, можно перепрыгнуть, а дальше что? А дальше вон туда. Ну я же нажал... Ты дурак? Я же нажал на прыжок. Зашибись, теперь давай все по новой. Здесь можешь как-то пройти по-другому? Угу. Прям в дверь. Прямо в дверь можно зайти. Что это там? Дырочка. Так, ладно. Я вам еще хотел как бы вон туда попробовать. К вертушке перебраться. Это же что, тюлень тут лазил? Я, по идее, должен смогу тоже. Может, что-то еще осталось. Бери эту зажигалку. Так, ну вертушка, давай, что-нибудь угости меня. Чем-нибудь вкусненьким. А я застрял. Да серьезно, ну ничего нет. Спрашивается, какого я сюда лешего перся. Во, вылез хотя бы так. Да, давай, давай. О, отлично. Жалко, там пройти нельзя. Ну ты прыгаешь, ты, я тебе говорю, блин, нажимаешь прыжок и упал сразу. Так, ну тут все, да, пошли наверх тогда. Еще выше. То есть лампочка опять разрядилась? Нет. Ну все, мы подкачаем. Все равно еще достаточно темно в помещениях. Сохраняшка. Ну тут ничего нет прям вообще. Только не падай. Только не падай, пошли. Вот здесь можно пролезть было бы, но тут ничего нет. Прям совсем ничего нет. А вот и верхний этаж. По-моему, я пошел не по сценарию. Ну тогда. Тут, по-моему, что-то должен спрыгнуть где-то сверху на меня. Или нет? Или нет? Так, что это? Чтобы понятно. Верстак. Вот и верстак, кстати говоря. Подушка, поспать можно. Бухло. О, опа-па-па-па-па-па, вот это я возьму прям целиком. А с этого мы снимем. Тут вроде почище. По крайней мере, мне показалось, что он почище будет. Так. Длинный ствол, отлично. Ох ты. Ну, тут мне не надо. Тебе 6 патронов будет? Неплохо. Вообще прям нормально. Тут можно осмотреться и можно передохнуть, да? О, магнитофон. Вернувшихся к первобытному образу жизни. И вот однажды появились они.
это, конечно, авторитеты. Вот у них была цель и идея. Сначала мы подняли их на смех, разыгрывать богов. Но возможность создать какое-то подобие порядка из нынешнего невнятного болота. В конце концов, все мы присоединились к этому огненному цирку. Ну что ж, новому миру, новые боги. Как вот этот вот кусочек стекла? Висит в воздухе. Кто это тут оставил? Так, где-то еще лут есть такой. А, вот он. Так, может, я как-нибудь пройду здесь? О, блин, я думал, сейчас увлечу вниз. Спасибо. Так, ну туда. Туда мы не... А, не, или вылезем. Отлично. Потому что я назад уже не хотел идти. Так, давай-ка. К верстаку там нам что-то дали, какую-то модификацию. Так, броня. Что, броня есть? Так. Усиленный сигнал ПМВ. Усилитель. Ну, да. А это что? Антрель заряда аккумуляторов. Ну, давай ПМВ поставим, что ли. Если что, это всегда можно поменять. Так, это почистим. Чего нет. Ой, автоматик прям в ужасном состоянии. Алкоголем ототрем. Так, отлично. И давай-ка пульки. Зажигательные. Нормально. Блин, химия, кстати, да. Надо поаккуратнее быть с химией-то. На самом-то деле. Так, все, пошел я вниз. Подожди, а там же можно было спуститься на тросики. А зачем мне пешком идти, если можно съехать вниз на трос, прицепившись? Давай. Заодно и в ангаре там посмотрим, я там еще не был. Да, интересно, вот что его так останавливает? Думаю, как влупился бы в эту железяку. Так, вертушка, может, ты пойдешь на превьюшку? 03. Ух ты. Так, я что-то там еще подобрал. Ну-ка, посмотрим. Ну-ка, чем нас кормят? Глушитель, что ли? Да, крутится с глушителем. Стабильность. А мне бы урон, конечно, побольше, лучше, чем все остальное. Урон тут важен намного больше, чем тишина. Для тишины у меня есть это. Как ее? Воздушка. Где-то что-то пищит. Да, тут большая карта, прям очень большая. Включим свет. Все же нарвемся на этих тюленей, ну, по-любому. Блин, все кругом как бы закрыто. А, где-то что-то пищит. Разграблено уже все. Большая часть. Так. Подобрали здесь, подобрали там. Я не вижу этих, которые грязевых. А. Выходим по одному. Вот это я понимаю. Пульку добавили. Свет ключи. Нифига. Еще кто-то есть, да? Да.
То есть надо было столько промазать. Ой. Да и не, это не я. Был динамит? Добавим пару патрончиков. Ну вы это будете заходить или стесняетесь? Наверное, стесняетесь. Придется мне к ним идти. Ну давай тут... А, ёмки-палки. Пройти нельзя. Да, у них, блин, там свет мне в глаза будет светить. Все, что ли? Затихли? А никого? А вот и ладно. А давайте свой лут. Так, что это за... Это ружье, наверное, это... Пистолетным каким патроном стреляет. Похоже, по крайней мере. Так, и где-то вот тут еще. Ну-ка. Вот это другое дело. Ух ты, какое хорошее гнездо. Интересно, там что-то есть на ней в гнезде? По-моему, там же можно было с крыши... с окна он с того... В это гнездо. Хотя, что там может быть? Хотя, надо пойти посмотреть. Сейчас пошастаем по складу еще. Тут явно не все собрано. Причем далеко не все. Так, патрон один всего лишь. Прям вообще не густо. Коробочка. Радиация, что ли? Да пофиг. Шелестит там кто-то сверху. Птичка-то летает. Все? Да. Да, немножко радиации тут есть. Ладно, пошли туда, в это в здание. Может, я попробую спрыгнуть на крышу. В смысле, с крыши. У меня с того окна вот попасть в гнездо. Так. Я так думаю, призывай-ка сохранимся для начала. Черти эти летают, так все сохранилось, давай-ка. О. Тут ничего нет? Ё-моё, просто гнездо. Да, весь вопрос теперь, как я отсюда слезу. Ёлки-палки, цепляешься за все. Тихо, козырек есть. На-на-на. А, отлично. Не-не-не, туда не падай. О, нормально, хоть схватился один раз. Не, вертолет классно выглядит, ничего не скажешь. Может, даже вот так как-то пойдет на превьюшку.
Так, вас вроде бы как будто бы я уже облутал. Так, где я вообще? Так, безопасное место. Вон туда можно еще сходить. Вдаль. Ты же не встанешь? Нет. Он сухой. Ага, там нефтевышка. Нефтезавод, скорее всего. Да нет. Вообще-то да. Это дорога вон туда. К заводу там. А, туда мне не надо, скорее всего. Значки-то рабы или что? Я не знаю, что это значит. Или логово этих мутантов. Тут ничего нет. Мне бы выйти как-нибудь отсюда. Давай, давай. Да вот же. Вот же забора нет. Будешь бурчать? Может, убежишь? Нет, не хочет. Ну, как знаешь. Да, блин, каждый буду стрелять? Не, мне патронов не хватит на вас. Точнее, может, и хватит, только зачем мне их тратить-то? Ой-ой-ой. Ой, а я это выдохся, да? А, ну все. Я уже ушел с их территории, им уже неинтересно. О-о-о. Тут прям веселуха. Блин, дай-ка мне прицельчик нормальный. Так, там что-то есть. Ой. Ну, в смысле, я промазал-то? Ну вот. Так, надо как-то пройти, чтобы поменьше патронов потратить. Опа, перетекло поле. Говорит, а что это вдруг? Интересно. Ай, блин, их тут слишком много. По краю, что ли, проходить надо? Явно ко мне бежит. Ой, это ты же не один. Где-нибудь там по краюшку пройдем. И побежали. Так, двое, трое, ой-ой-ой, пятеро. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, побежали. Нет, не бежит еще. Ну, отдыхай. Но, шифти. Шифтит. Ой, я чуть не наступил на этого. На тебе. Ты. А, странно, поджигается на солнце эти перекати поля. Ух, вас много. Да ладно. Заперто, чтоб ты был здоров. Мяу, говорит. Давай, давай, давай. А по-моему все, да? Угу. С ними воевать можно так. Убежал и все. Вот и все. И все дела. Преследуют, конечно, но они долго не будут бежать. Они сейчас выйдут из своего ореола обитания и вернутся обратно. Ну, либо я далеко подальше от них уйду. Одно из двух. Все, все, это уже не ваша территория, идите в баню. Так, на той вышке я был. На мост я не мог запрыгнуть. Из этого корабля я, по-моему, не ходил. Один маяк. Ой-ой-ой. Не надо так делать, у меня глаза будут вытекать. Да возьми карту в руки. Так, вон туда, сюда. На маяк, короче, надо идти. А там что?
В общем, будем шастать сейчас по карте. Так, здесь что-то пищитное. Ага, коробочка есть. Может даже дотянуться. Это что ли на станцию возвращаюсь, скорее всего? Ну да. Вроде бы. Минзавоз там, скорее всего, ничего нет. Да, да, это поезд. Да, но, кстати, за ним еще что-то есть, по-моему. Ну да, там в ту сторону можно еще было пойти. Подожди, я на мост не ходил. Вот, пошли на мост. Ну, блин, можно как-то без вас, мелочи этой? А ты меня не трогай. А то укушу. С дробовика. Ну давай. Нравится? О, какой прикол, рассказ. Блин, уж меня может поднять и кинуть куда-нибудь. Это мне не совсем не нравится. Ну тебе взад. Ну или по ногам. Да. А попробуй сюда залететь. Так, будочки явно не просто так. О. Отлично. Опять то же самое. Не трогай моё. Не, графика в игре прям нормальная, чего не скажешь. Сюда я не ходил. Это точно. Так, еще что-то есть. Ну, не пищит, скорее всего, ничего и нет. Просто какая-то конура. Там какой-то пункт опорный. Уже спят под закрытым небом. Паутина. Зажигалку взять. Что это? Ржавчина. Стульчика. Оружия нет? Нет, ничего. Тишина. Коробки ничего не пищит. А внутрь как зайти-то? Где дверь? Или прикажете в окно лезть? Или туда не... А, туда и зайти-то нельзя, да? Так, а я все-таки попробую. Нет. Да ладно, короче, пошли отсюда. Идем дальше, там еще что есть. Машин ничего нет. Птички. О. Мимо гость. Что за звук такой был? О, а тут уже пищит. Так, подожди, пока в будочку зайдем. И все? Ладно, включим, пускай будет свет. О, еще химия есть. Ой. Так, надо накачать топливо. Ой, топливо, в смысле, этот воздух. Давление. Создать побольше.
Ага. Умный, думает, самый. Наверняка еще кто-то есть. Что за звук? Не знаю, куда они там предлагали мне смотреть, но такое ощущение, как будто взрыв какой-то. Или буря. Надвигается. Куда ты взялся? Ты не видел. Что это? Обглоданный чувачок. Вот там подвальчик есть еще, оказывается. Сухарик. И там куча... Блях. Пошел отсюда. Ты... Никого не полутаешь, серьезно? У них ничего нет. А там внизу одна паутина, скорее всего. Хотя... Пока не залезешь, не узнаешь. Ага. Нычка. Ой, я сюда. Иди. Лазишь тут. О, говоришь, есть лут? И где? А я вот не вижу. Зажигалку свеч. Странно. У этого я уже облутал. С той стороны где-то гремит. Так, где лут-то? Алло. Говорит, где-то здесь. Ну, ничего не вижу. Стой, а что ж тебя так подкидывает? То, блин, не идет, то подкидывает так, что он, блин... Где я что пропустил? В машине, что ли? Что это? Коробочка? Кирпич? Да что за фигня? Где? Где лут? Алло. Может, явно не в тебе? Мелочь. Либо я что-то не взял, либо я понятнее не могу, где он. Еще что-то есть где-то? Да нету здесь ничего. Где? А. Ой. Я оружие-то и не видел. Ладно. Это уже нефть. Это, наверное, здесь что-то бахало. Ну, скорее всего. Да не, на таком расстоянии не попадешь. Ладно, пошли дальше. Мост он куда-то идет, что-то, наверное, обрушенный. Да ничего. Страшного. Ой, да ладно, устал ты там. Пробежал чуть-чуть, уже устал. Так, во, опять наши друзья эти, которые нам не друзья. Так, надо все-таки на маяк идти. Может, как-то их обойдем, чтобы не привлекать к себе внимание лишнее. Пусть. Ящики, коробки, но там ничего нет. Логово, в смысле, гнездо этих больших птичек. Вообще можно бы слезть, по идее.
Туда хочется сходить, и сюда хочется сходить. Ладно, надо по сюжетке идти, потому что... Ой, как вас много-то, а? Можно без вас? Как-нибудь обойтись. Газы взрывают. Думаю, что это за взрывы? Это действительно были взрывы. Обойдем их. Тут, конечно, машина есть, но я еще машину не взял, потому что я же не пошел по сюжету. Я же молодец. Приходится ножками ходить. Побежали. Что это у нас тут? Грузовичок. Засыпанный пылью. Выполняйте. А я не хочу выполнять. Даже, блин, бешеная зараза. Что здесь? Все? Охота пропала? Так, что это? Птичка. Мне вон туда надо. Там где-то подняться, там куча всякой ерунды. Да, ну и здесь хочется посмотреть. Ну, в принципе, я могу спуститься где-то здесь вот по этим камушкам. Вполне себе нормально. Давай, давай, ползи. Что, в машине есть? Так, может, здесь можно отдохнуть? Зажги, пускай будет. Еще выше куда-то. Там, наверное, лут есть. Да по-любому должен быть. Ага. Да и не один еще ящик. О, патрончики. Еще патрончик. На ту, на это. Но как-то не густо. Шастает. Алкаш. Где бухло? Бухло. Ой, я дернул. Случайно. Ай! Говорит, кусается. Опять патронов нет. Надо сделать. Тут новенько ничего. Сколько у меня тут всего? Ну, в принципе, плюс-минус хватает. Ладно, не буду его трогать. Он понял, что ему тут не рады. И ушел. Так, а что сверху на этом лежит? Вот это вот. А, свет. Тоже включим свет. Так, не спать я не буду. Ну, а в следующей серии уже пойдем на маяк. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.